предстоит нам голосование 1 числа 1 июля 2020 года. Но правильнее было бы сказать, что предстоит голосование не нам, а им. Им. Потому что есть мы, есть они. Они устраивают голосование для себя. Если вы себя относите к ним, то, наверное, вы пойдете голосовать. Если себя вы к ним не относите, то вы не просто останетесь дома, вы скажете всем своим родным и близким, что это безобразие, устроенное оккупантами, не подлежит никакой поддержке, в том числе и обеспечением этому голосованию явки. Пропаганда, которая заполнила все телевизионные каналы, конечно, абсолютно беззубые. Отвратительные личности, у которых порок нарисован на лице, агитируют нас, чтобы мы проголосовали за все хорошее. Подлецы агитируют за хорошее. Волки агитируют за вегетарианство. Мы должны этому верить. Мы должны поддержать их намерения. Но каковы эти намерения? Благие намерения, якобы они есть. Они были и в Ельцинской конституции. Никто из этих негодяев, захвативших власть, не собирался и не собирается соблюдать никаких конституционных норм. Да, они там чего-то написали, даже неинтересно об этом разговаривать. Они не будут ничего исполнять, как не исполняли. По сути дела, тот список так называемых поправок, это список того, что Путин не сделал и делать не собирается. 20 лет этот человек морочил голову народу, и было немало людей, которые ему верили. Я не верил ему никогда. Никогда не верил. Но некоторые верили. Вот вам список того, чего в жизни не будет. Не будет и не было. И неважно, было записано это в Конституции Ельцинской или будет записано в Конституции Путинской. Ведь ни для кого не секрет, зачем все это делается. Как говорится, секрет Полишинеля. То есть всем он виден в этой комедии, в этой игре клоунов на сцене. Она вас разве завораживает? Разве вы не знаете, для чего проводится это голосование? Только для одного. Для пожизненного президентства Путина, что является очевидным нарушением конституционных норм прежней конституции или следующей конституции. Теперь его называют обнуленыш. Он обнуляет свои сроки правления и говорит о том, что все начинается сызнова. Сызнова вообще-то начинается в новой государственности. И тогда речь идет не о поправках к конституции, а о самой конституции. Вы надеетесь, что нанесете какой-то ущерб власти, если пойдете и проголосуете против этих поправок. Ну, похвальное желание как-то активно проявить себя как гражданина. Но в данном случае у вас нет никакой позитивной программы. Никогда голосование против не набирало существенных процентов. Ну хорошо, вы себя успокоите тем, что вы якобы спасли свой голос. Ничего вы не спасете. Все украдено давным-давно, и ваш голос никто учитывать не собирается. И вам в любом случае, да, сейчас недовольство большое, может быть, процент будет больше, но все равно объявят от 3 до 5% проголосовавших против. Это не имеет никакого значения для этой группировки. И она агитирует лишь за то, чтобы вы пришли, а дальше вашим голосом распределяться как угодно. Им важно, чтобы вы приняли участие в голосовании. Вы голосуете? Все, значит, вы согласны на любой результат, который будет подсчитан, якобы будет подсчитан Центральной избирательной комиссией. А подсчитано будет именно то, что нужно этой власти. Поэтому зачем вы участвуете в том, результат чего уже заранее и давно известен? Кроме того, вы участвуете в юридически абсолютно незначимом событии. Это не референдум. Для референдума нужна инициативная группа, ее регистрация там, в регионах инициативных групп и так далее. Формулировки заранее должны быть известны. Здесь ничего нет. Здесь поддержи, как сказала Элла Панфилова, все меню, которое вам как комплексный обед предлагается. Ну, неважно, там все равно все очень хорошее, за исключением того, что Путин становится обнуленышем. Ну, он и так уже обнуленыш с третьего срока своего президентства. И так.
То есть тогда был совершен очевидный государственный переворот с захватом власти. И сейчас, вот 1 числа, вы хотите посоучаствовать в перевороте, в государственном перевороте, то есть стать подельником Путина и его группировки. Для нас, русских национал-патриотов, националистов, консерваторов, монархистов, традиционалистов, все то, что происходит, все, что исходит от Путина, это государственный переворот. Это повторение так называемого совка. Ну уж представить себе более советского человека, чем Путин, очень трудно. Это повторение в каком-то варианте сталинщины. Ну разве мы не видим, политические репрессии продолжаются, никаких политических свобод нет. Ну да, об этом говорят и либерасты, но мы тоже это видим, и нам тоже нужны политические свободы, чтобы доносить свое мнение и свою идеологию, русскую идею до вас, уважаемые зрители. Мы не можем до вас достучаться, потому что все забито либерастией. Либерастия на телевидении в самых отвратительных формах. Ничего больше там недопустимо. И даже те, кто прикидываются сейчас патриотами, конечно, никакие не патриоты. Это власовцы, это лица, захватившие власть, соучаствующие в этом и промывающие вам мозги, что вы с этим согласились. И итог этого промывания, они же этим занимались не случайно, они знали, что они совершат еще один государственный переворот, как и на всех выборах они фальсифицируют результаты. Это участие в голосовании. Вы идете голосовать, вы соучаствуете в этом преступлении. Вы соучаствуете в том, чтобы совершенно юридически нулевое действие объявить каким-то результативным. Это тоже государственный переворот. И единственным результатом для всех, для вас и для страны будет вечное правление Путина. Он, наверное, доживет до 150 лет, я так предполагаю. Либо его там свои прикончат, либо уж народ, я, правда, в это абсолютно не верю, на вилы поднимет всю эту власть. Не будет этого. Все, кто надеется на массы, которые включатся сейчас, там выйдут и снесут этот режим, не понимают простого. Нужна позитивная программа. Ее нет. Ее нет ни у левых, ни у либерастов. Она есть только у националистов. Только. Только у тех, для кого Россия является высшим приоритетом. А это значит, та самая Россия, не которая в голове так вызревает, в виде кактуса начинает расти, а которая укоренена в традиции. Это и есть русская национальная идея, русская национальная традиция. Носителей этой идеи очень мало. К сожалению, и тех, кто готов воспринимать эту идею, очень мало. Вот позитивная программа. На негативе вы никогда не получите никакой победы. Поэтому надо искать позитив, и я приглашаю. Вместо того, чтобы идти голосовать, подумайте об этом и ищите русскую национальную идею и русское национальное чувство в своей собственной душе, в своем собственном сознании. Вам дано Господом Богом разумение, и вы можете освоить русскую национальную идею. Это не такие уж большие объемы. Не надо быть русским национальным философом, чтобы стоять за свою страну и за свой народ. Но надо кое-что знать, в том числе и об истории, которая вся извращена. Там вот какой-то пунктик есть в путинских так называемых поправках, чего-то там про историю. Они извратили абсолютно все. Они продолжают ленинско-сталинскую, я не знаю, там андроповскую ложь об истории России. Историю России надо знать. Подавляющее большинство пользуется штампами из советских учебников и ничего больше знать не хочет. Отсюда вот этот наплыв сталинщины, прославления, ну, самого мерзкого, наверное, после Путина правителя, о котором должна быть память, связанная с массовыми репрессиями, с глупостями, которые стоили нашему народу во время войны миллионы неоправданных жертв. 2,5 миллиона в первые месяцы войны попали в плен, по чьей вине мы знаем. И мы знаем, что на костях миллионов была проведена индустриализация, коллективизация и даже культурная революция. Да постреляли бы всех, и все нормально. У некоторых вот это сталинщина в мозгу так и сидит. Позитивная программа – это русская идея. Россия, русскую власть – вот это наш основной лозунг. А русским становится человек, когда он действительно находит в себе русский дух, русское самосознание. Слава Руси! Господи, спаси!